Так, подрезались. Двое подрезались. Вот еще какой-то большой подрезался, смотри. Ага. Хорошо. Подъели мы, нормально. Так, о, смотри, дерево. А, в дерево, я сказал, в дерево и врезался. Да, Дуда плей. Дуда плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру Little Big Snake. Большая маленькая змея. И сегодня мы играем за пришельца. Вот такой вот. За такого вот пришельца. Змея-пришельца. Так, сейчас мы кого-нибудь подрежем. Так, этого не сможем, да? Мы пока еще коротенькие. Так, ну я бы его подрезал бы, слушай. Знаешь, как надо подрезать? Так, он подрезаться не хочет, я смотрю. Ну давай подрежься, алло. Мне нужно много-много еды. Ой, кого же подрезать? Вот этого может быть подрезать. Ах, ты не подрезаешься. Алёшки. Сейчас, блин, вот этого большого тоже я не могу подрезать. О, подрезался. Хорошо. Так. Нам надо большого кого-нибудь подрезать. А тут ребятушки играют несколько человек. Ладно. Всеми опасно. Когда вот много играет людей, всеми, конечно же, опаснее. Всеми опаснее. Так, видишь, я теряю вот эти вот. Как у Шули, это я их оставляю. Так, вот этого может быть как-нибудь подрезать. Слушай, алло. Привет, чувак. Давай сидим. Вот этого. Раз, одного съели, второго. Вот, двоих, троих. Вот еще, смотри, кто-то еду оставил. Так, хорошо. Так, вот этот убегает. Слишком какой-то, блин, большой, жирный, но он очень быстренький. Так, вот этого жирафика, может быть, подрезать. Слушай, алло. Жирафик, привет. Давай подрежемся. Давай я тебя подрежу, алло. Да, не хочешь подрезаться? Вот этого бы я большого подрезал. Ёлки-палки. Вот это. Сейчас попробуем его подрезать. Не знаю, он не хочет подрезаться. Да. Может, красненького вот этого подрежем. Ах, подрезали красного. Ладно, красный, кушай. Давайте добавлю друзей. Друзья. Так, все, возрождаемся. Ага, подрезали, да, красного? Хорошо подрезали, прям молодцы. Угу. Так, три ключика. Ах, чуть-чуть. Ух ты, смотри, выиграй скин. А ну давай попробуем. 99 стоит? Нет, ребята, не надо. Хотя, можно же было вообще ж не выиграть. Ну, ага, конечно. Сейчас размечтались 99 рубинов отдать. Да лучше я просто возьму скин. Скин куплю, да и все. Тихо. Ах, съели. Вот этого сейчас съедим. Во! Вот, давай вот этого бабла. Давай уже, лопайся. Так, хорошо. Кого еще? Может быть, вот этого подрезать получится, нет? Есть, подрезали. Так, бабл, иди ко мне. Ах, ты гад. Побежал. О, видение. Так, подрезались. Двое подрезались. Вот еще какой-то большой подрезался, смотри. Ага. Хорошо. Подъели мы, нормально. Так, о, смотри, дерево. А, в дерево, я сказал, в дерево. И врезался в этого дерева. Ай, ё-моё, бывает. Бывает, ребята, такое. Прям в деревяшку эту врезался. Открываем сундучок. А, у нас, смотри, рубиновый сундук. Нифига себе. А ну открываем. Что получаем? 8 рубинов. И смотри, мы еще скинчики открыли. Ой, спасибо. И дальше ледяной путь у нас, смотри, есть. Ух ты, сколько много сундучков. Хорошо. Так, что у нас там с друзьями? О, Рональд в игре, но, у него уже, да, забито под завязку. Рональд. Так, а интересно, можно Рональду следить за Рональдом? Давай посмотрим, последим. Вот наш Рональд, да, идет кушать. Ладно, все, давайте, так, а ну-ка, все, хватит наблюдать.
К сожалению, у него все ребята, все друзья у него в команде. Ну ничего страшного, будем играть тогда за... Давайте за какую змею? А давайте за обычную, водяного змея поиграем. За обычного водяного змея. Все будут думать, что мы простые игроки, а мы-то не простые, да? Так, мы любим подрезать. Да, у нас скин самый простой, но мы подрезаем его. Так, все, сейчас это все скушали, хорошо. О, привет, привет, чувак. Че, ты не подрезался? Ну ладно. Так, хотя же мы друзья же, да? Давай я тебе скажу привет. Привет. Ладно, пока. Какой-то неразговорчивый. О, и вот тут друг какой-то ходит. Так, вот это бешеный что-то ходит, тут прыгает. Так, ты мне не это самое. Не выдумывай. Не придумывай ничего. Опа, 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 большой. Опа, съели. Мы тебя съели. Так, все, собираем. Видишь, как хорошо. Подъели. Так, сейчас здесь все это подъедим. Кто-то стукнулся. Ну, бывает так, ребята. Потому что эта игра такая, она. Чуть-чуть зазевался. И все, тебя съели. Так, это... О, сейчас съедим. Вот таких вот маленьких червячков, этих жукашек. О, бабл, бабл. Давай, мыло. Поймаем бабла. Есть. Ох ты, ё-моё, а чё ж я такой медлительный-то? Алё, я повернуть хотел. Я хотел повернуть и врезался. Ну ладно. Сколько мне дадут бонусов? 6 ключиков, хорошо? 6 ключиков. Продвигаемся дальше. Так, немножко не дошли. Кто у нас там друзья? Друзья все играют, ладно. Играем дальше. Так, кушанье. Кушанье быстренько съедаем. Так, жужи. Ой-ой-ой, смотри, какой большой. Врежься в меня кто-нибудь. Давай. Хочешь врезаться? Где ты там? Ну ты большой сильно, да. Так, я вот это сейчас съем. Может ты врежешься ко мне, нет? Ах, ты какой быстрый, а? Головастик. О! О! Друзья! Так, а меня хотят кольцо взять. Не получится. Я... Ох, нифига, прикинь. Ах ты, ё-моё, я врезался. Так, где ты был, гад? Короче, опасно, очень опасно, когда ты вот лесенку всё это собираешь, ешь, и когда в тебя ты идешь, как бы вверх, вперед, тебя могут вообще съесть в легкую. Так, а ну-ка, друзья, подожди, алло. Открывайся. Так, а у них что, в пятером они играют, и все, никто там не погибает, представляешь? Ладно, идем дальше. Играем дальше. Вот так вот и опасно играть, знаешь как? Вот ты собираешь и можешь нарваться легко на кого-нибудь. А вот мне интересно, если в лоб стукнуться, то что будет? Кто выиграет? Маленький или большой? Так, жужу съели. О, вот этого бабла сейчас зелененького возьмем. Есть, видение. О, это хорошо. Так, идем дальше. Так, какую-то... Да, мне нужно жуж съесть. Вот жуж летает здесь. Либо вот этого, может быть. Шуя. Шуя, привет. Ах! Врезался. Ну ладно, давай мы тебя добавим, друзья. Да, все, возрождаемся. Что у нас здесь? Сколько ключиков я заработал? 3 ключа. Нормально. Я хочу еще, знаешь что, поиграть за жужу. За жужу. Сейчас, ладно, сейчас мы, если мы проиграем, мы будем играть за жужу. Жужу. Так, а ну-ка, тихо, не убегай. Ох ты, все, я играю за жужу, ребят. Да. Играю за жужу. Так, играть за жужу. Взлет. Вот такая жужечка у меня. Так, давай, собирай нектарчик. О, взлетай. О, нет. Вы меня не укусите. Мне нужно искать слизнячков. Слизнячков, да. Где здесь бегают слизняки? Ага. 3% нектара. Вот есть слизнячок один.
Давай, вот, съели, хорошо. Так, 6-7% нектара. О, смотри, сколько здесь нектара много. Давай, давай, быстренько, быстренько взлетаем. Нет, 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 нет. Немножко поели, тоже хорошо. Так, сейчас здесь немножко соберем. Так, пока у нас 12% этого нектара, это очень мало. Нам нужно слизняки. Вот такой вот слизнячок. Съели. Так, 15% нектара. Хорошо. Вот, 17. Так, дальше летим. Где у нас еще есть вкусное? Так, смотри, кто-то умер. О, давай быстрее вот это собирать. Ах, да, не собрал, я не успел. Ладненько. Буду кушать слизнячков. 28% нектара у меня. Алло, не надо меня кушать. Может, надо еще вот этих вот сбивать? Слушай, смотри. Вот еще, смотри. О, большой, большой нектар. Вау, 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 вау. Так, что, подъели немножко, да? Сколько? 30%? Хорошо, нужно нам добить до 100. Постараться. Постараться до 100. А давай вот этого попробуем сбить. Мы же большие. А, нет, смотри. Он приземлился просто. Он просто приземлился, и я вот этого хочу скушать, связничка. Давай, давай, давай. Опа, скушали. 33% нектара. Давай, взлетим, посмотрим, где что интересное еще дальше. Вот слизнячок, слизнячок. О, в смысле? Жужи тоже могут разбиваться? Об камни. В смысле? Я не знал, что жужи об камни тоже разбиваются. Ну что ж. Так, и друзья в логове все. Ладно. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.